Всем привет, а с вами снова Веселый Ниндзя. И сегодня меня забросило в Грецию на остров Родос, поэтому я решил снять обзор на греческое пиво. На самом деле, я уже перепробовал пару сортов греческого пива и могу сказать, что почти все греческое пиво не особо вкусное. Поэтому я не стал тратить время на то, чтобы выискивать информацию о пивоварнях, ибо это было бы, скорее всего, неинтересно. Я просто налью и попробую все греческие пивасы и скажу свой вердикт. Вкусные сорта я оставлю и допью, а невкусные сорта я вылью сначала вот в это ведро Hello Kitty, а потом перелью вот в этот водомет. Вот это такой модный водомет. Вылью вследствие в канализацию. Ну что ж, посмотрим, кого мне удалось сегодня достать. Это пиво Alpha Weiss. Это пиво я купил за евро 50. Это пшеничное пиво греческое, 5% алкоголя. Сегодня у нас все пивасы будут здороваться по-гречески, потому что все, естественно, сорта – это греческие сорта пива. Ну что, поздоровайся, пожалуйста, пиво Alpha Weiss. Калимера, калимера. Молодец. Так, значит, поздоровалась. Значит, что у нас еще есть? Вот пиво Hellas. Это пиво я купил за евро 20. И все последующие, кстати, бутылки я купил за евро 20. Только пиво Alpha Weiss стоило евро 50. Пиво Fix Hellas 5% алкоголя. Поздоровайся. Калимера, калимера. Молодец. Так. Значит, его собрат пиво Fix Dark. Вот так вот выглядит бутылочка, 5,2% алкоголя, поздоровайся. Калимера, калимера, молодец. Так, продолжаем. Что у нас еще есть? Пиво Альфа. Что-то на нем написано, не могу разобрать, но неважно, 5% алкоголя. Пиво Альфа, поздоровайся, пожалуйста. Калимера, калимера, молодец. Так, какое у нас вежливое сегодня пиво. Пиво Zitus Fab, в смысле ВАП, не ФАП-ФАП, а ВАП, короче, не путать. Значит, 5% алкоголя. Вот такое вот у нас пиво. Поздоровайся, пожалуйста. Калимера, калимера, молодец. И пиво Мютос. Вот такое вот пиво Мютос. 5% алкоголя. Пиво Мютос, поздоровайся, пожалуйста. Гамарджоба геноцвали. Ну, при чем тут гамарджоба геноцвали? А, ты же грек, ты же не грузин. Нет, я грузин. Да, но этого не может быть, что ты грузин. А, вот на тебе написано, что ты пиво Мютос. И сзади написано, что ты сделан в Греции. Это неправда, я грузин. Слушай, пиво Мютос, что-то странное. Вот не верится мне, что ты грузин, потому что это, скорее всего, не так. Слушай, может, ты наркоман? Калимера! Калимера! Калимера, калимера! Гамарджоба геноцвали! Ну, теперь понятно все стало после того, когда мы узнали про тебя всю правду. Ты на самом деле не грузин, ты наркоман, и просто под кайфом тебе кажется, что ты грузин. Ну, знаешь, бывает, да, случай, извини, да, дорогой. Ладно, иди в сторону. То, что ты наркоман, это хоть как-то может объяснить твой ужасный вкус. Да, я, если честно, сам в шоке. Ну ладно, давайте начинать обзор. Поехали. Начнем с пива Fix Hellas. К сожалению, я раздобыл только 2 стакана, поэтому будем их пробовать парно. Ну что, откроем. Наливаем в стакан. Fix Dark. Наливаем в стакан. Ну вот, смотрим на пену. Пена у пива Fix Hellas сошла очень быстро. Вот такая вот она примерно по своей структуре. А пена у Fix Dark держится и достаточно неплохого цвета, если честно. Такого светло-коричневого. Вот такие пивасы. Потестим их на запах. Пиво Fix Hellas, ну, вообще ничем не пахнет.
чуть-чуть пахнет хмелем, а так, в принципе, вообще ничем. Вот серьезно, нет запаха пива. О, а вот этот сорт, он пахнет так, каким-то темным кофе он пахнет. Да и выглядит он как темное кофе. Прикольно, и пена примерно такая же, как у кофе. Смесь хмеля и темного кофе. Интересно попробовать. Ну что, начнем со светлого. Пиво Fix Hellas пить достаточно приятно. Легкий, ненавязчивый хмелевой вкус, легкая горчинка. И что самое главное, это пиво на вкус как пиво, а не как вода с пивом. У него есть вкус характерный пива и стойкое послевкусие. Это, на мой взгляд, самый вкусный сорт греческого пива. Ну, продолжим. Попробуем пиво Fix Dark. Очень вкусное пиво, как ни странно, да? Да, вот такой слегка горьковатый, слегка пряный аромат. Даже вот реально чуть-чуть отдает кофейностью какой-то. Очень прикольный сорт. Мне понравился, серьезно. Пьется легко, пьется вообще без каких-либо проблем. Не тяжелое пиво. Достаточно неплохая у него карбонизация. Прикольный сорт, молодцы ребята. Молодец, пивоваренная компания Fix. Если будете в Греции, то уж лучше поищите вот этот пивас. Я, кстати, разговаривал с греком с одним по поводу пива, и он мне сказал, что это самое вкусное греческое пиво. Не вот это типа говно, мютус, да, а именно вот надо пить Fix Hellas. Да, может, он был прав, то есть он знает вообще, наверное, толк в этом. Ну что, поехали дальше. Вот у нас на столе теперь стоят две бутылки от фирмы Альфа. Ну, откроем. В номере нету открывашки, поэтому пришлось открывать моим штативом. Вот пиво холодное, вот эта наклейка входит прям. То есть наклейка размокла. Ну, фиг знает, я не знаю, в немецком пиве такого нет. Посмотрим, что это такое. Нальем сразу одновременно. Кстати, здесь с наклейкой то же самое, вот. Она вот так вот ходит. Хреновый клей, я не знаю, что за фигня. Вообще так ходит, вообще ее можно снять вот прям вот так вот. Фиг знает. Ну ладно, нальем. Я привык, что пена у нефильтрованного пшеничного пива должна быть более кремовая, а тут пузырьки такие большие, как у лагера. Вот, а для лагера это совершенно нормально, а вот для нефильтрованного нет пшеничного. Ну, посмотрим на вкус, точнее сначала на запах. Пиво Альфа не пахнет ничем, хмелем слегка, еле-еле. Ну, то есть нету запаха у пива вообще. Как-то так умудряются сделать греки, чтобы у пива не было запаха вообще никакого. Ну ладно, сейчас попробуем это. О, а вот этого запах есть. Первое греческое пиво, у которого есть запах. Поздравляю. Вот запах чем-то смахивает на запах от короны Карла. Да, интересно. Запах слегка кисловатый и слегка вот такой вот характерный для нефильтрованных пшеничных сортов, но слегка кисловатый и слегка менее сильно выраженный. То есть слабенький запашок, но чувствуется, что да, это нефильтрованное пшеничное пиво, но с такой кислинкой в запахе странной. Давайте тогда попробуем на вкус. Вкуса как бы нет, а вот такое послевкусие, как будто ты выпил воду из бассейна. Чувствуется кислота, чувствуется такая горечь неприятная, чувствуется... Да и больше ничего не чувствуется, такая кислинка, и вот реально как будто пиво разбавили с водой. Я не могу сказать, что его пить прям отвратительно, нет. Ну и ничего особенного такого нету в этом пиве. Ну, реально жесть какая-то. Как будто пьешь воду с привкусом пива, в которую добавили еще чуть-чуть лимона. Да, и, кстати, после вкуса есть такая вот, как будто пожевал цедру лимона, но такого не спелого вкусного лимона, да, а такого жухлого старого такого, который весь сморщился. Фиг знает, короче, я не советую это пиво никому пить. Если вы уже в Греции, если вы уже покупаете пиво, то его не берите. Ну что, попробуем пиво Альфа Вайс. Вот я не могу понять, во всем пиве такая кислинка мощнейшая.
что в пиве Альфа, что в пиве Альфа Вась, да даже в пиве Фикс слегка такая кислинка чувствуется. Ну да, то же самое, я не знаю, что у них там в составе. А хрен его знает, там по-гречески написано, что у них в составе. Но какое-то оно кислое все это пиво, я не знаю, в чем дело. Давайте еще раз попробую. По вкусу примерно как в воду, как я уже сказал, налили чуть-чуть нефильтрованного пшеничного пива, такого как, например, там, я не знаю, ну, конечно, не Корона Карла, потому что Корона Карла — это вообще жесть. Ну, какое-нибудь такое, типа, дешевое пшеничное нефильтрованное пиво. Налили в воду и попрыскали туда чуть-чуть вот жухлым лимоном. Ладно, чуваки, извините меня, но сегодня... Ой, блин. Да, и, кстати, серьезно, вот это пиво сейчас холодное из холодильника, поэтому оно в испарении. Ты такое берешь, наливаешь это пиво, да, и оно у тебя... хочешь его поднять, и оно у тебя вот так вот эти наклейки вот так вот выскальзывают. Вот так вот ты берешь, так раз, блин, и опрокинул его, короче, да. И такое, типа, хотел похмелиться, опрокинул пиво, и такой злишься, там, материшься и вообще. И, кстати, здесь то же самое. Вот смотрите, я хочу его поднять, чтобы даже вылить его в ведро Hello Kitty. И у меня это не получается, потому что вот эти штуковины, вот эти наклейки, они хреново приклеены. Что за клей такой? Они не только пиво смешали с водой, они еще и клей смешали с водой. Ну, короче, фигня. Не покупайте это пиво. Потраченные деньги и время, и, может быть, даже здоровье. Ну что, продолжим наш обзор. Пиво Zitus Fab или Vap. И наше пиво Mythos. Mythos. Комарчоба. Слушай, расслабься, чувак, уже. Все знают, что ты грек, а не грузин. Ну, знаешь ли. Так, пиво Mythos. Мифическое пиво. Должен сказать, вот у него есть такая штуковина. Давайте откроем. Нальем. И опять та же самая фигня. Вот сейчас почему-то она уже стоит. Только что она у меня в руках вот здесь. И здесь, или это задняя. Короче, вот эти наклейки на греческих сортах пива, они, когда бутылка становится мокрой от конденсата, от испарины, они начинают вот так вот отклеиваться. Что может привести к тому, что вы можете разлить случайно бутылку, когда захотите ее налить себе в стакан, блин. Обратите внимание, как быстро сошла пена у пива Zitus Fab. Точнее, Vap. Это же просто потрясающе. Я такого еще нигде в Германии не видел, вот, но видел в России. Карбонизации практически нет, пены нет. Запах у него... Не, ну опять же, я не хочу сказать, что запах как полностью отсутствует. Легкий-легкий такой вот запашок пива. Вот реально как будто какое-то нормальное пиво залили в воду, и вы нюхаете эту воду, и вы понимаете, что, блин, в эту воду кто-то налил слегка пива, там, может, 50 на 50. Попробуем на вкус. Это пиво лучше, чем пиво Альфа, хоть и пена у него держится не так долго, как у пива Альфа, но хуже, чем пиво Фикс. То есть горчинки практически нету, должен быть, по идее, в пиве хмель, а его как бы не чувствуется. Либо он есть, но какого-то хренового качества очень. Кислинка забивает собой практически все. Ну, это пиво ни о чем. Давайте еще раз посмотрим. Вот опять беру, и эта штука проскальзывает. Давайте еще раз посмотрим, как быстро же у него уходит пена. Вот так вот. Раз. И, в принципе, вот прям на глазах она практически исчезает. И не остается на стекле. На стакане не остается и практически так вот растворяется прямо на глазах. Пиво пьется без отвращения, но зачем тратить деньги, если можно купить что-то получше? Ну и тогда перейдем к заключительному пиву. Это пиво Mythos, которое иногда думает, что оно грузин, но это не так. На самом деле это греческий сорт и очень распространенный в Греции. Попробуем его сначала понюхать.
опять же, нету никакого запаха. В чем дело? Почему у пива нету запаха пива? Я сейчас чуть ли его прям носом не всосал, это пиво. Смешно как бы, да? Вот, ну, то есть, прям вот у самой поверхности нюхал, да, но и запаха вообще нету, просто кошмар. Ну, давайте тогда попробуем на вкус. Я не хочу никого обидеть, но если предыдущие сорта, которые я даже вылил все в это ведро Hello Kitty, вот предыдущие сорта было пить не противно, то это пиво пить противно. Вот вы когда пьете это пиво, вы ощущаете горечь, кислоту, и у вас вяжет язык от этого всего. Естественно, нету ничего, ни хмеля, ни солода, ничего. То есть никаких вот таких вот составляющих нету во вкусе вообще. Причем у этого пива есть свой характерный вкус. И даже горчинка где-то там за всей этой кислотностью его проглядывается. Но, блин, этот характерный вкус неприятный. Он такой вот гадкий какой-то. Я не знаю, как так можно было запороть напиток. Ну, извините, конечно, но пиво идет у нас в ведерко Hello Kitty. Ну, а с вами был Веселый Ниндзя. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, добавляйтесь в группу ВКонтакте. А я сейчас пойду и залью все это пиво в этот мощнейший водомет и поприкалываюсь, постреляю им в ванной. Всем пока и до новых встреч! Представься, пиво Мютус. Камарджо боги нацвали. Так, подожди секунду. В чем дело? Я ж думал, твою мать. Представься, пиво Мютус. Камарджо боги нацвали. Представься, пиво Мютус. Камарджо боги нацвали. А это самое, в чем дело, я не понял, а какой нахрен гамарджоба геноцвали, ты же не грузин, ты грек, ты должен говорить калимера, что переводится с греческого как привет, там доброе утро, что-то типа того, да? А, нет, я грузин. Почему ты грузин, ты же грек, твою мать, я не могу, это пи***ц какой-то. Пиво Мютус, представься, пожалуйста. Гамарджо боги нацвали. Так, подожди, ты же грек, ты не грузин. Ну что, смотрите, какая пена. Ой, Калимера, калимера!